Фанли Вахитовне, это она моя землячка. И она была для меня сестра. В Татарском культурном центре города Москвы она всегда приезжала, автобус заказывала, привозила ансамбль своих бабушек. И софринских солдат привозила 60 человек каждый раз, когда мы проводили отчетный концерт фольклорного ансамбля «Шахлы», который руковожу сама. Что я хочу сказать? Я ее назвала так, генералша наша. Как появляется, так. У нас огонь, все горит. И мы ей очень благодарны. И всегда не хватает ее, скучаем. Ты мне родной язык. Я в мире множество вещей через тебя навек постиг. Ты мне родной язык, изречь молитву первую помог. Прости меня, отца и мать, великодушен будь мой Бог. Музыка народная, слова Габдулла Тукаева, Тувантель, родной язык. Народ у нас татарский считает эту песню гимном. Пожалуйста, встали, все мы поем. Найля Халитова, Найля Гусметова, Раби Политов, Зульфия Халилова. Бит зурахмет сізге, бұлай біздің сізге.
когда мы скажем? Я родилась, когда Лиля Деснина. Теперь не хочу объявить. Мы Хабиба Абдулла, ветеран войны. Улхам Диапова 250 тысяч дала на операцию, чтобы Хамдиапова с Трейсен. Ну, пожалуйста. Вы как раз как эти цветы. Готовьте это, вот и такое. Спасибо.